Выборг – это один из крупнейших городов Ленинградской области, где хорошо развита промышленность. А на территории населенного пункта и его района проживает 200 тысяч человек. И это гораздо меньше, чем в Бресте. Но ни расстояние в 1000 километров, ни другие факторы не стали препятствием к налаживанию дружеских и партнерских отношений. Делегация администрации муниципального образования Выборгского района прибыла со знакомительным визитом в Брест. Это первый визит. Состоялся он в результате знакомства с делегацией жителей города Бреста, депутатов представительного органа города Бреста в город Выборг. Совершенно, можно сказать, случайно мы познакомились и получили это приглашение. Поэтому мы здесь. Наши города находятся на границе сейчас внешней союзного государства. С недружественными, надо говорить так, государствами. Поэтому взаимодействие и сотрудничество представляется очень важным. Чтобы установить контакт, определить общие точки соприкосновения и дальнейшего развития отношений между городами, глава Бреста Александр Рогачук пригласил представителей делегации из Выборга в горисполком. Он предложил гостям сотрудничество между школами, обмен туристическими группами, совместное участие в спортивных мероприятиях, различных фестивалях и форумах. Знаете, и выйдет на какие-то результаты, на какие-то спортивные проекты. Поэтому я просто вам благодарен за это и думаю, что ваш визит это будет с пользой. Программа пребывания делегации получилась насыщенной и многоплановой. Теперь ее представители надеются на ответный визит руководства Бреста в августе на празднование 730-летия Выборга. Брещане в ответ пригласили гостей на слет городов-побратимов, внесли Выборг в реестр друзей и заверили, что будут рады дальнейшему развитию отношений.